Итак, ну что же, всем привет, с вами Марк, и сегодня мы продолжаем проходить игру Pokemon White. И остановились мы на том, что в прошлой серии мы завоевали первый значок. Нам остается всего 7, ну и мы там будем уже приближаться к завершению этой игры, но 7 значков — это довольно много. В общем, в прошлой серии мы также получили HM-кат, это, в общем, такая атака у покемона, которая позволяет рубить деревья в этом мире. Но, в общем-то, нам надо ее обучить Пансейджу, которого нам выдали, подарили, по сути, да, и мы его обучим этой атаке. Ну, заменяем Лир, конечно, Лир нам атака абсолютно не нужна, она бесполезна, а кат вот как раз атака все-таки полезная. Так, ну что же, все, мы обучили. Как видите, вот дерево есть, то есть мы к нему подходим. И вот, типа, это дерево выглядит, как будто его можно срубить. Срубить, да, его давайте срубим. Почему бы и нет. Так, опа, Бьянка. Привет, Марк. Ты ищешь, типа, загадочного покемона? Так, значит, там зашла. А, во, все, мы можем пройти. Ой-ой-ой, какие-то звуки были сейчас. Да, я что-то слышал от этой стены, что-то там было. Ой, здорово. Я забыл, как ее зовут. Это такой летающий покемон. Эй, подожди. Ой-ой-ой, команда плазма. А, это Муна. А, мы нашли Муна. Да ну, они ее заберут. Они, короче, она там что-то поедает сны или что-то такое. Там что-то я помню. Я из аниме еще помню, из игры вот тоже. Что да, она что-то там поедает сны. Мы, типа, команда плазма. Мы будем сражаться за свободу покемонов, типа, день и ночь. С дурачками, типа. Ну, с людьми-дурачками, типа, такого что-то. Да, в общем, да, она там что-то поедает сны. Короче, они хотят... ты что бьешь-то? Охренел? Давай, типа. Дремнистым надо. Они просто, они бьют ее. Смотри, слушай, это ужасно. Да, да, давайте сразу. Ну, я такой, еще битва будет, да. Будет сражаться. Будем сражаться сейчас с командой плазма. А я не похилил. Блин, я надеюсь, они не слабенькие. Я очень на это надеюсь. Ну, один покемон, ладно, Патрот. Патрот, 10 уровня. Ну, в принципе, ладно, 10 уровень не такой большой уже для нас. Поэтому, я думаю, каких-то проблем у нас не будет. Давайте Flame Charge используем. И, в общем, попробуем этого Патрота сейчас отправить просто домой спать. О, да ну. Лаки. Ну, Лир он использует, даже урон нам не нанесет. Снижает нам стату, а точнее защиту, дефенс. И мы просто сносим Патрота. Все, давай, куда ты лезешь, куда ты лезешь? Грунт или Грант, не знаю, Грант, наверное, правильно. Грант нас проигрывает, и теперь еще у нас баба там. Да, она следующая, говорит. Да, я следующая. Вот так вот логотип команды плазма, кстати, выглядит. Это, напомню, главный антагонист этой игры, главный злодей, которых нам нужно одолеть. А мы их одолеем, кстати. Ну, ой, проспойлерил. Да ладно, шутка, на самом деле. Блин, это в покемонах. Это очевидно, это, блин. В основном сюжет по одному и тому же шаблону делается в покемонах, потому что самое интересное. Ну, блин, да почему у них одно хп остается? Так, поцарапает нас, но не больно, не больно. И мы используем тейкл и, в общем, выносим. Паралоин тоже, и супер. Еще опыта, но нам мало нам дают. Это, говорит, ночной кошмар сейчас был. Я не могу поверить, что мы проиграли. Как так-то? Опять бьет, ты чё, фиг? Давай, давай. Что, он просто телепортнулся сюда? Гетсис. Ну как, Гетсис, по идее, да, Гетсис. Два Гетсиса. А, это типа, это она создает это. Все, я понял, это она создает иллюзию. Че, они испугаются, что ли, убегут или что? Да, они... Молодец. Это ее эволюция. Это ее эволюция, офигеть. Да ну нафиг. А мы можем ее поймать, интересно? Нет, наверное, навряд ли. Это ее эволюция. Так, о, вот на это. Феннел приходит. Конечно, закончил. Это Мушарна. Ну, это типа эволюция, да. Муша. Имуна. А, покеболстер. Что-нибудь произошло? О, Феннел.
Ну, ты видел, типа, тут Муна была, но... Короче, ну, она объясняет, что произошло. Да, Мушар, она эволюционирует из Муны. Да-да-да-да-да. Что там за покебол? Дайте мне его, я хочу посмотреть. Это Dream Mist? А, это то, что нам нужно, да, походу? Да. Она забрала его, пошла исследовать. Так, ну, в общем-то, как-то так. Так, а что ты, она тут останется? Так, ну, пусть она тут, наверное, остается. Мы пока за покеболами походим. О, покебол нашли. Покебол в покеболе, действительно. А интересно, а что тут за покемоны обитают в этом месте? Может быть... Там можно пройти, кстати, наверное, да? Там дыра была. Ну, паралоя нам не нужна. Ладно, пока, да, Рэпл нам не понадобится, потому что... Все-таки, блин, тут бывают интересные покемоны, которых можно поймать. А, нет, нельзя тут пройти, к сожалению. Так, давайте... Так, а как тут? Тут можно как-то по-другому? Там, вон, видите, наверху, там наверх как-то можно забраться. А, стоп. Так, здесь мы не пройдем. Ха, куда же нам идти тогда? А, подожди, там вперед надо идти, или мне кажется? Блин, такое ощущение, что там можно пройти все-таки. Ну, Патрат, понятно. Патрат нам нафиг не нужен, я уже об этом говорил. Вот. Нет, все-таки нельзя, ладно. Так, я так понял, что... А, вон пройти можно, я... Извините. Я думал, там стена. О, покебол. Смотри, как спрятали. Paralus Hell. А, это, короче, хил. Это хилка, которая от паралича лечит покемона. Вот, ой, там еще проход есть. Рэппл, это атака вот... Ой, не атака, это, короче, спрей, который позволяет сделать так, чтобы дикие покемоны на нас не нападали. То есть мы идем вот по траве, они на нас нападают, мы можем сделать так, чтобы они не нападали. И Poison здесь, это, соответственно, та вещь, которая восстанавливает ХП покемонам. Так, ну что же, я так понял, что в ту сторону мы не пройдем, хотя там, как видите, есть какой-то спуск, но я так понял, что нам рано, наверное, туда идти. Так, давайте... А, я, наверное, да, я наверное, понял, почему рано даже. Подождите, у меня есть догадки. Тут просто где-то вот тут проход может... А, нет, навряд ли туда проход. А, нет, подожди. Нет, мы не можем здесь пройти. Это, конечно, там в любом случае рано туда. Ладно, мы это выполнили. Можем теперь, наверное, валить отсюда. В принципе, мы залутались и теперь можем идти назад в город. Но сейчас мы вернемся назад. А, кстати, вот тут вот чувак стоит, я не знаю, что он делает. Dark Dusk Ball дают, нифига. Я его, короче, я пока тут начинал серию, я пробежал здесь в городе и увидел вот этого чела. Я специально не стал к нему подходить. Dusk Ball. Это, короче, какой-то покебол. По идее, я так понял, что благодаря нему можно легко поймать покемона темного типа, насколько я понял. Я вот зачем себя возвращаюсь, тут дерево, которое мы теперь можем срубить. Да, можем его срубить и, собственно, посмотрим, а что тут у нас. Опа, покебол. Супер Poison — это, в общем, очень хорошая вещь, которая позволяет нам восстановить больше хп покемону. И еще что-то. Это Great Ball. Отлично. Ну, Great Ball — это... Это, короче, улучшенный покебол, у которого шанс поймать покемона выше, чем у обычного покебола. Вот и все. Он такой синенький, я вам потом покажу. Ну, по идее, мы все тут выполнили, что хотели. Единственное, я, наверное, зайду похилюсь и вернусь. Так, все, я похилился. Ну и теперь можно идти дальше. Идем... изучать этот регион, собственно, дальше и дальше. Так, что это? Это у нас типа маршрут или это город прям? Продолжение города тут. О, покебол какой-то. О, еще один грейтбол нашли, отлично. Вот еще один грейтбол, соответственно. Так, ладно, идем мы с вами дальше. Так, что тут у нас? Так, а тут, походу, ничего. А, вон там рыбак, но мы до него еще не можем добраться. Scientist Fennel. А, нам к Феннелу надо зайти. Да, она говорит, что... он сказал нам, что Феннел тебя ждет. Да, мы забыли к ней зайти. Не закончили мы еще, извините. Что-то я тупанул. Так, она же на втором этаже, да, вроде? Сколько? Да, вот она. Тогда спасибо тебе. Я получил его Dream Mist. Сохраняй... Теперь я могу коллекционировать, типа, сохранение файлов от разных тренеров. Спасибо тебе огромное. Я тебе даю C-Gear. А, ну эта вещь нам, походу, не нужна. Я так... Насколько я понял, это штука, девайс, короче, который позволяет общаться или как-то взаимодействовать по мультиплееру. Да. Turn, нет, нам не надо. К
Короче, да, some friction. Да-да-да. Да, короче, это мультиплеерная вещь. Насколько я понимаю. Нет, я не хочу ничего знать. Но спасибо, ладно. Ну, так как у нас не настоящая консоль, мы на эмуляторе, блин, играем, поэтому... Ну, короче, нам это вообще не интересно, я вам так скажу. Единственное, у нас теперь вот такая вот прикольная панелька появляется справа, и все, собственно. О, она нам что-то дала какую-то книгу. Что это? Полпад. Полпад, что это? Или Пэлпад. Не знаю, как правильно читается. А, ты можешь регистрировать своих друзей в ней. Это Nintendo Wi-Fi Connection, да, эта тема уже закрыта, кстати, по-моему, настоящий Nintendo DS. Ну да, вот там Wi-Fi, вот эта система у Nintendo была своя, она уже давно как закрыта. И к тому же мы на эмуляторе, это вообще не актуально для нас, но, в общем, такие... Ну, короче, это для мультиплеера. Если ты хочешь там обмениваться, сражаться с друзьями, какие-то темы делать, то вот это прям идеально для этого подходит. Надеюсь, мужик нас пропустит, да, он нас пропускает, и мы идем дальше. Третий маршрут, собственно говоря, перед нами и двойная битва, неужели? Да, двойная битва. Там что, детский сад, что ли? Блин, я помню эти локации так чуть-чуть, знаете. Просто я очень давно реально проходил Pokemon Black 2, а мы играем сейчас Pokemon White, притом первую часть, не вторую. Ну, я вторую вряд ли буду проходить на своем канале, потому что я люблю проходить на канале игры, которые я вообще не проходил. Типа, которые я даже без записи проходил, что-то как-то снимать неохота. Ладно, у нас два Пролойна здесь, Пролойн, не знаю. Вайн Вип, кстати, прикольная атака. Давайте посмотрим. У нас, кстати, травяной огненный покемон на арене, это очень круто. Ой-ой-ой, мало хп, блин, надо было добить. Царапали Тепига, ну и ладно. На тебе по башке. Это чё, а чё они на него, на Тепигу-то на него нападают? Ну хотя ладно. В принципе, пусть нападает, я тогда... Вот так вот просто хитро сделаем и добьем их. Ну да, тренеры в играх покемонов, они всегда легкие в основном. То есть с ними очень редко бывают какие-то прям большие проблемы. Вот, в большинстве случаев, опять же, они очень легкие. Ну и все, тут наилегчайшая победа для нас. Победили мы двух девочек. Да. Ну, они, блин, детсадовцы, вы о чем? Было бы смешно, если бы мы бы им проиграли. Ой, блин, не туда нажал. Вот оно что, то есть. Это реально детский сад, походу. Pokemon Daycare. А, они типа следят за покемонами, что ли? О, тут мальчик какой-то. О, какие милашки бегают. Прикольно. Это воспитатели, что ли? Ну, я не знаю, что это за тема. Ой, я меня что-то она остановила. А, нет, это тренер, ничего себе. Она с нами хочет сразиться, но она хочет сказать, да, это... Это, типа, воспитательница. Лилипап. Ну, прикольно. Ну да, я что-то помню эту локацию. Только я не помню, что это такое вообще. Ладно, давайте по-быстрому разберемся тут. Проблем никаких возникнуть не должно. Да ну нафиг. Ну как так-то? Ну почти 16 уровень, кстати, уже. Тепига. Да, все, сгори. Братан, все, тебе тут не место. Все, Лили попадает. И, собственно, Тепик 16 уровня, по идее, да? 16 уровень. Еее, 16 уровень. Кстати, уже скоро эволюция будет первая. Мунна следующая, кстати говоря, которую вот мы видели. Мунна? Блин, такой тоже забавный, милый покемон. Там со снами связано как-то. Ну, так. Мы, кстати, скорость себе повышаем. Это очень крутая атака. Ах ты... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А это больно, слушайте. А это больно. Мне это не нравится. Все, мы ее побеждаем. Это что-то больновато было, но мне кажется, смысла идти хилиться нет еще. Все, мы побеждаем. Дети. Будет смешно, если ребенку проиграем. Да, кстати, смотри, они тренеры здесь, лол. Представляете, я даже с маленькими детишками, блин, сражаюсь. Жесть просто. Пенсейдж? А вот это ты зря сделал. Он травяного типа, я его сейчас... Я, по идее, должен его ваншотнуть. Ваншот должен быть, однозначно. Но это травяной тип, лол. И будет смешно, если у него хп останутся. Нет, все, это ваншот. Я же говорил. Отлично. Все, побеждаем. Он у нас есть в команде, собственно. Правда, платят они, кстати, очень мало. По 40 рублей.
Тренер, я хочу поиграть. Давай, что-то, кстати, мальчик на нее смотрит так. Ну, там двойная битва, но нет вроде. Ой-ой-ой. А, я понял, в чем смысл. Я понял. А, вот тут. А вот тут, кстати, могут возникнуть проблемы, на самом деле, сейчас. Я могу даже отлететь здесь. Это самое смешное. Потому что по нему урон, да, он не так просто будет проходить. Ух ты, нифига, у него... Убить может. А, нет. Вообще не... Лол, серьезно. Слабоватенькая атака была. На самом деле, просто у нас уровень выше намного. Да блин, как ты живешь-то? Ну вот, а вот это уже больно было, да, согласен. Ну все тут можно. Пяу, и все, и давай, до свидания. Я так понимаю, у мальчика сейчас будет этот водная обезьянка. Но тут в таком случае можно просто вот так вот сделать. И все. В чем проблема? Ну давай с тобой тоже сразимся. А, ну их трое как раз, да, значит у него там точно... А, он сейчас подойдет нам. Идеально. Да, панпур, да, это водный, отлично. Вот панпур. Ну мы готовы к такому. Пансейдж сейчас тебя вынесет. Ну тут не ваншот будет, но больно будет. Да, больно, как я и говорил. Ну все, тут победы тоже. Ну, пансейджа можно было тоже прокачать, но, насколько я помню, они не эволюционируют. То есть вот эти вот три обезьянки, у них нет эволюции. Ну, слабенько, слабенько ты бьешь, братан. Давай вот так вот сделаю. Опа! На тебе. И все. Панпур побежден. Ух, 11 уровень пансейджа, отлично. Уже 11 уровень, его тоже надо будет прокачивать все-таки, на всякий случай. Все, победили. Пойду-ка я лучше похилюсь и вернусь. Так, все, я вернулся. Давайте посмотрим, что тут, в общем-то, в зданиях. И да, тут бабушка. Daycare. Ну, это по идее, короче, если тут оставить, у них уровень, короче, будет подниматься. Да, daycare lady. Они ухаживают за покемонами. Короче, да, их тут можно оставить. Да, если вы там оставляете, то, короче, у него какое-то время там... Ну, сколько он там будет находиться, там у него будет подниматься левел. Вот и все. А, нас тут могли похилить! А зачем я назад бежал? Серьезно? Лол. Это фейл. Так, ну они играют тут нормально. Е-е-е! Дабл. Чего еще раз? Очень интересно. А, кстати, а мне интересно, а тут можно скатиться с горки? Давайте посмотрим. А, ну тут типа, ну типа скатились, да. Ладно, погнали. Погнали дальше, так уж и быть. Ну тебя еще не хватало, блин. Черен. Марк, остановись. А, у нас теперь есть, ну, тройной значок. Давай посмотрим, кто у нас сильнее. Ну, блин. Ладно, давай, чё. Сколько у него покемонов? Два? У меня тоже два, ладно, нормально. Оша. Ой. А вот это я зря сейчас это сделал. У меня же пансейдж первый, это хорошо. Это просто, это отлично, я бы сказал. Ну давай, 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 давай. У тебя только уровень выше, и все. Что ты мне еще... А, ну у него же хилки, извиняюсь. Блин, а вот тут он мне вставит сейчас. У меня тэпик, то есть слабее его будет. По типу. Чисто. Да-да-да, у тебя ягода, да, молодец. А что делают молодцы? Ладно, извините. За шутку. Не очень удачную тут. Она не в тему была. Да, он похилится, короче, очевидно. Хил. Да пошел нафиг с его Тарганом. О, ничего сделать не сможешь, да? Все, домой. Куда лезем? Да ну нет, не домой! А, он не хилится, кстати, смотри, а он не хилится, лол. Ладно. Панцы же сейчас очень много опыта дадут. А. Серьезно, так мало? Ну, тут можно уже свичнуть. Давайте тэпика выберем. Выберем. Тэпик тут вообще без проблем разберется. Хорошо. Вот. Я думал, что у меня тэпик первый стоит. Я почему-то подумал, что я его поменял. Я же забыл, да, все, осталось в силе. Это прекрасно. Ну тут черен вообще какой-то слабый, на самом деле. Прям очень слабый.
Да-да-да, ну ой, как опасно. Я прям испугался. Ой, какая опасность. Прям вообще жесть. Братан, ну я исп... А он хилками, кстати, не пользуется, молодец. Ну, он легкий совсем. Все, домой. Пролоин, все, домой, домой. Почти 17 уровней, топик. И в общем-то все, братан. Тебе никак не помню, кто твой значок. Это что, это кто сейчас был? О! Команда Плазма, куда эти они побежали? Бьянка, куда ты бежишь? С девочкой бежит. Вы видели этих чуваков? Типа, на, они туда вон побежали. А почему они так, куда вы бежите, типа? Серьезно, надо бежать очень быстро. О, мой поки... А, они покемона украли, понятно. Все будет хорошо, все будет хорошо, не плачь. Бьянка, реально, давай, типа... А, да, они забрали девочки покемона. Давайте, ребят, нам нужно торопиться. А, типа, Бьянка, стой с девочкой, мы пока погнали это. Да, блин. Ну, не вовремя напали. Нет, вовремя! Это Пидов! Это, короче... Это покемон, которого точно нам нужно ловить. Я его поймаю, я его поймаю. Я его сразу ловлю. А, блин, лик не работает. Это летающий покемон. У нас сейчас будет третий покемон в нашей команде. Ура, наконец-то. Блин, как он в тему попался. Блин, я его не хочу прям бить сильно. Нужно ему мало хп оставить. О, нормально, кат. Надо кат использовать. Я ему мало хп оставлю, и я поймаю наконец-то своего первого покемона. Ну, я имею в виду из поймавших, которого мы поймали, мы поймаем первого именно покемона. Да, кат ему очень мало наносит. Это очень хорошо даже. Потому что Тепик бы его вообще ваншотнул. Тут без комментариев. Давайте потихонечку, сейчас мало хп оставим ему, и все. Гравл он вообще, а он ничего не может сделать, он нам просто атаку понижает. Но это наоборот хорошо, собственно говоря. Ой-ой-ой, ух ты какой. Кстати, больно бьет, слушай. Давай еще раз кат используем, поймаем. Все, можно его ловить. Блин, правда, ой, а у меня сейчас этот отлетит, слушай. Два хп. Ну и ладно. Покебол, ну, даскбол тут не понадобится. А покебол обычный понадобится. Why not? Фух, все, поймали с первого раза, отлично. Все, у нас еще один покемон в команде, уже третий, это Пидоу. Который умеет летать, ну, который потом научится летать, когда у нас HM Fly появится. Нет, нам не нужен никнейм. Все, этого покемона нам точно... Куда мне же взять покебол на... Супер Пойжен, спасибо. Так, а я могу их обойти? Да блин. Кто на этот раз? Ну, этот нам не нужен. Лилипап нам точно не понадобится. Можно его, конечно, всех подряд ловить, но я не люблю такую тему. Но есть люди, которые вообще всех подряд ловят. Я не из таких, если честно. Не знаю, я лично вообще не вижу смысла ловить, типа, абсолютно всех покемонов. Ну, типа, я люблю, когда у меня просто вот в команде только нужное находится, а не все подряд. Все, наконец, спасибо, что меня похилили. Единственное, сейчас я сменю покемона на Тепига. Пидоу у нас эволюционирует. Это я точно помню. Ну, они все покемоны-птицы, во всех поколениях есть, они все эволюционируют. Ну, именно вот такие вот стандартные, я имею в виду. Так, ладно, побью, там внизу еще что-то есть, но нам надо бежать за этими приколистами. Да, ну они что, в гору бежали? Они побежали туда. А, ты типа готов? У тебя хп, с хп типа все нормально было? Ну, пусть идут. Нам какая разница. Блин, лучше бы я здесь поймал этого 11 уровень. Не повезло, ребята, не повезло. Так, а ты... О, это тренер, кстати. Могли его и обойти, ну ладно. Давай я с тобой сражусь. За покеболом пойдем. Три покемона, офигеть. Патрот первый. Патрот 9 уровня. Так, ну мы сейчас покачаем, значит. Всех покачаем. Кстати, мне даже интересно, на каком уровне эволюционирует Эпика. Я сейчас узнаю эту информацию. Мне реально интересно. Все, 17 уровень сейчас будет. По-моему, где-то на 18-м, по-моему, Тепик. Да, я сейчас загуглю на телефоне по-быстрому, пока мы тут сражаемся. Просто интересно. Так, Лилипап. Ну, тут...
Блин, ладно, надо было замену сделать. Ну пофиг. Пофигу, пофигу. Так, и что тут на сайте на одном, блин, не написано? На каком он уровне ты эволюционирует? Что тут просто написано, что он эволюционирует, но на каком уровне не указано. Почему-то. Я не знаю почему. На самом деле, я думаю, сейчас мы здесь допройдем. И пойдем, наверное, будем уже заканчивать. О, Пидоу против Пидоу. Ну, мне кажется, ладно, это плохая идея, поэтому ладно, пока Тепика оставим. Тепик бы ваншотнул, интересно, давайте узнаем. Девятый уровень у нашего тоже был Пидоу. Ваншотнул бы? Нет, кстати, не ваншотнул бы, вот так вот. Ну ладно, тут Тепик пусть соло разбирается. Потом покачаем остальных, наверное, с этим заброшу. Я надеюсь на это. Минимум я на это надеюсь. Все. Спидоу. Все, супер, погнали, посмотрим, что там. А он уже эволюция, да ну, он уже, какое же совпадение жесткое. Да ну, он на 17 уровне эволюционирует. Жесть, это первый покемон, который у нас эволюционировал, ребят. Да ну. Пигнайт его теперь зовут. Какой качок прям. А, он что-то хочет выучить? Arm Trust. Ну, давайте забудем что-нибудь. А что забыть Дёрферс Кёрл только если? Ебой, наконец-таки у нас первый эволюционированный покемон есть. Супер. О, она насчет Орм Берри дает, кстати, это ягода. У нас уже какая-то ягода есть, кстати говоря. Да блин, на нас опять кто-то нападает. Орлоин, понятно. Вот так, кстати, Пигнайт выглядит у нас в бою. Покажу. Ладно, я тут на паузу поставил, думал, бегу по-быстрому. Так. Рэппл. Рэппл, отлично. Отлично, что я могу сказать. Так, единственное, наверное... Подожди, я могу вниз пойти? А, нет, нас вниз она не пускает, кстати. Смотрите-ка. Пожалуйста, Марк, возвращайся. Или пойти в пещеру, я вот... Я вот и не знаю сейчас, пойти в пещеру или нет. Или пойти похилиться еще. Я еще похилюсь. Why not? Ладно, давайте, может, зайдем туда и... Или нет, или не заходить. Ладно, не буду заходить, закончим, да, на этом. В общем-то, серия такая у нас проходная, на самом деле, серия была. Ну, относительно проходная. Сейчас мы до туда дойдем. И, в общем-то, уже на следующую серию. Потому что пещера, я так понимаю, там будет довольно длинная. Поэтому я сохраняюсь. И с вами был Марк. В общем-то, всем-всем пока.